Так, как бы вскрыть не навредив. Ссылочку. А то был один случай у меня, когда я перестарался и порезал шнурок от чехла. Здесь у нас стеклышки очередные, пленочки, нет, стеклышки на всеми любимый X3. Пока X3. Вот. И это не может не радовать. Запасные пленочки, которыми можно будет немного подбанчить